4 по 7 октября в Москве проходит Всероссийская агропромышленная выставка «Золотая осень». В состав ульяновской делегации вошло более 80 человек. Поездка оказалась крайне продуктивной. Удалось подписать сразу несколько крупных инвестсоглашений. Один из проектов – так называемый яблоневый сад интенсивного типа. Греческая компания «Леонтаридис» высадит яблони на 5000 гектаров земли Терингульского района. Здесь же будет построена лаборатория для производства саженцев и хранилище для переработки и хранения продукции. Объем планируемых инвестиций составляет 150 миллионов евро. В рамках данного проекта будет создано 600 рабочих мест. А в Кузоватовском районе будет построен крупнейший комплекс по производству индейки. Объем инвестиций достигает почти 5 миллиардов рублей. Мы рассматривали разные варианты размещения такого комплекса мощностью 24 тысячи тонн мяса индейки в год. Рассматривали разные регионы, и в итоге анализа всех показателей и экономической и инвестиционной привлекательности регионов мы выбрали Ульяновскую область, конкретно Кузоватовский район. Ульяновская область была выбрана не только за счет налоговых преференций, но и за удобное расположение. Основные потребители продукции будут находиться в радиусе 1500 километров от Ульяновска. Проект будет включать инкубаторий, элеватор, цеха переработки мяса и отходов, комбикормовый завод и площадки для выращивания индейок. Кроме этого, в регионе разместится завод по переработке зерна. Соглашение было подписано с компанией «Пластстрой-73». Планируемый объем инвестиций – 12 миллиардов рублей. Проект рассчитан на 3 года работы под запуск. После 3 лет, значит, будет трудоустроено порядка 1500 человек. Вот, и инвестиции где-то в районе 12 миллиардов. Еще один проект – это создание оптово-распределительного центра с пунктом забоя скота и фабрикой для переработки сырья и изготовления продуктов питания для поставки в учреждения социальной сферы. Общий объем инвестиций составляет 268 миллионов рублей. Все эти проекты, так же как и проект по строительству фабрики для социального питания, будут генерировать вокруг себя работу, бизнесы для малых предприятий. А это значит о том, что еще как минимум, так сказать, сотни, а может быть даже тысячи новых рабочих мест будет создано. Таким образом, региональному правительству удалось заключить 4 инвестиционных соглашения, привлечь в область 28,5 миллиардов рублей инвестиций. Все это позволит создать почти 2500 рабочих мест. Анна Тищенко, новости Ульяновской правды.